Каждый из нас является клиентом. Мы ежедневно пользуемся различными услугами и сервисами. Так что сегодня наш общий праздник – Международный день клиента. Каждая компания, предоставляющая услуги, стремится сделать их максимально удобными. Например, интернет-провайдер «Митросеть» постоянно разрабатывает и внедряет множество онлайн-сервисов. Личный кабинет позволит клиенту решить любые вопросы, не выходя из дома, а технические специалисты будут рады проконсультировать в онлайн-чате. Все предложения, благодарности и пожелания можно лично выразить в письме директору. Мы ценим время и комфорт каждого клиента, поэтому делаем все возможное, чтобы пользоваться нашими услугами было просто и удобно. Мы всегда открыты для общения, и каждый может обратиться к нам привычным именно для себя способом – через социальные сети, чат техподдержки или просто по телефону. Команда «Метросети» сообща решает любые задачи и вопросы от наших пользователей. И сегодня с удовольствием поздравляем всех с Международным днем клиента. Услуги от «Метросети» делают жизнь удобнее. Благодаря онлайн-сервисам можно самостоятельно подключить необходимые опции, такие как детский интернет, лицензионный антивирус «Доктор Веб», SMS-информирование и многое другое без дополнительных затрат. Не изобретайте велосипед, а пользуйтесь всеми необходимыми опциями сразу. И такой подарок в «Метросети» не только в день клиента, а круглый год. Конечно, нравится. Да, это удобно, экономит время, можно много вещей сделать, не выходя из дома. Гораздо удобнее, чем приходить куда-то занимать очередь. Заказ еды, там, такси, личный кабинет «Метросети», можно обратиться, там, техподдержку оплатить, не выходя из дома опять же. То, что можно записаться к врачу, допустим, через портал госуслуг, это удобно. Все онлайн-сервисы призваны прежде всего экономить время, и «Метросеть» создает все условия, чтобы мы могли по максимуму использовать возможности интернета и телевидения.